Россия внесла огромный вклад в историю мировой культуры. Но наиболее важное значение русская. Многовековая культура имеет для нашего национального самоопределения. Через судьбу своих предков человек обретает кровную связь с историей своего народа, своей страны. Важнее всего не просто сберечь исконно русскую культуру для просмотра, но оживить ее, воплотив в жизнь. По инициативе Пензенского государственного университета и лично поддержки ректора Александра Дмитриевича Куликова Пензенской митрополии и лично митрополита Пензенского Нижнеломовского Серафима Государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы и лично директора Тамары Михайловны Мельниковой при поддержке правительства и законодательного собрания Пензенской области всех структур образования и культуры в 2015 году состоялось открытие первого открытого международного фестиваля русской традиционной культуры «Жар птица». Сегодня мы приветствуем гостей и участников третьего открытого международного фестиваля русской традиционной культуры «Жар птица». Заместителя директора Центра молодежного туризма Елену Игоревну Меликову, город Москва. Проведение фестивалей русской традиционной культуры подобных «Жар птицы» вносит в нашу современную жизнь необычайно богатый национальный колорит. Мы ставим перед собой цели и задачи, которые способствуют популяризации русской традиционной культуры прежде всего среди молодежи. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Васильевичу Ягову. Добрый день, уважаемые участники фестиваля, добрый день, гости, студенты, преподаватели. Как в начале открытия уже отметили, ровно 3 года назад состоялся первый фестиваль. И, конечно, я не могу не сказать слова благодарности идейному вдохновителю, организатору этого фестиваля Бабе Александру Антаку. Она вот здесь огромное настоящее спасибо вам большое. Такой грандиозный фестиваль никогда не состоялся без поддержки ректора университета Александра Ильича Куликова и его команды. И, конечно, огромное спасибо всем тем, кто принимал участие не только в первом, но и в последующих фестивалях. Я хочу отметить, что в 2017 году, в сентябре, Пензенская область впервые вошла в топ-10 регионов России по развитию событийного туризма. И немалая роль
в этом успехе принадлежит Пензенскому государственному университету и, конечно, данному фестивалю. Кроме того, я хочу отметить, что изюминкой особенности сегодняшнего фестиваля является то, что тоже впервые в рамках фестиваля проходит первый всероссийский форум студентов по путешествиям по России, журналистский форум. Я думаю, что участники этого форума, студенты из других городов России, с удовольствием участвуют в культурной программе. А я желаю фестивалю развиваться, новых впечатлений, успехов, удачи. Спасибо. Высокопреосвященнейшему Серафиму, митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому, ректору Пензенской духовной семинарии. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на этом замечательном событии в русском фестивале, фестивале нашей родной культуры. Я думаю, что это очень важно, что этот фестиваль проходит именно в стенах государственного университета. Потому что молодым людям нужно прочувствовать, увидеть и вкусить всю глубину русской культуры. Она, конечно, в большей степени состоит не в этих народных костюмах, песнях и танцах, она состоит в широкой, любвеобильной, смелой и гордой русской душе. Действительно, мы должны гордиться своими предками, мы должны знать их победы и их успехи. А самое главное, что через этот некий культурный код, который есть в каждом из нас, в русском человеке, мы должны совершать еще больше добрых и нужных поступков для нашей Родины. Я вижу, как развивается, совершенствуется и украшается этот фестиваль. Дай Бог, чтобы так же украшались наши человеческие души и сердца, чтобы мы были достойны того замечательного пласта культуры, который нам оставили наши предки. Пусть у этого фестиваля будет долгая и счастливая жизнь, которая будет наполнять любовью к русской земле сердца всех тех, кто соприкасается с этим фестивалем. Доброго вам здоровья и помощи Божией в проведении этого замечательного фестиваля. Первому проректору Пензенского государственного университета Виктору Афанасьевичу Мещерякову. Уважаемые участники форума, позвольте вас приветствовать от имени нашего большого университета, его преподавателей, сотрудников и студентов. Особая благодарность нашим гостям, студентам, молодым журналистам, которые проводят сегодня студенческий форум по журналистике. Действительно, это событие, наш фестиваль, его значение для воспитания молодежи трудно переоценить. Отдельные люди, благодаря культуре, традиционной российской культуре, превращаются в великий и могучий российский народ. И это особенно важно с той точки зрения, что это мероприятие противостоит чуждой российскому народу и навязывает нам западной культуре. Я думаю, что действительно фестиваль стал уже узнаваемый, он воспринимается студенческой молодежью, преподавателями, сотрудниками не только в нашем университете, но и в других регионах. Он у нас проходит уже второй день, и завтра будет продолжаться. И мы наблюдаем большой интерес к мероприятиям этого фестиваля. Позвольте пожелать успеха в этом благородном деле. И спасибо всем за участие. Открытого международного фестиваля русской традиционной
передачи информации о путешествии при помощи современных технических возможностей и запуск новых молодежных инициатив. Участниками форума являются студенты Организации высшего образования Российской Федерации, члены студенческих объединений и члены команд Welcome-центров. Мы рады приветствовать участников форума и с удовольствием предоставляем слово заместителю директора Центра молодежного туризма Елене Игоревне Филипповой, город Москва. Добрый день, дорогие участники фестиваля «Жар-птица». Добрый день, дорогие участники форума «Тревел-журналистики». От лица всего оргкомитета форума «Тревел-журналистики» и от Центра молодежного туризма хочу сказать, что мы очень рады видеть ваши сияющие лица здесь. Очень рады знать, что к нам на форум и на этот фестиваль приехали ребята из разных уголков России, и они смогут познакомиться с Пензенской землей. А еще я очень рада, что нас здесь собрала любовь к путешествиям, любовь к творчеству. И самое сильное – любовь к тому месту, где мы родились, где мы растем, где наш дом – в России, к ее природе, культуре, традициям и, главное, к людям. Я хочу пожелать вам самого главного – будьте смелыми, не упускайте возможности, получайте опыт здесь, на этом фестивале, на нашем форуме. Учитесь у лучших и рассказывайте о том, что вы любите. Пусть эти дни будут самыми запоминающимися в вашей жизни. Я желаю вам найти новых друзей. Желаю мощнейших впечатлений и идей. И, конечно же, я желаю тем людям, которые приехали впервые на эту землю, полюбить этот город, узнать его. Ну а тем, кто считает, что знает его с детства, увидеть его с нового ракурса. Дерзайте! Буры, жар, птица и всероссийский студенческий образовательный форум «Тревел-журналистики» открыты! Счастье для прямого сына Отечества, ежели он не знает